Накануне в молодежном центре Горком-35 прошло первое организационное собрание участников городского проекта «Зачетный студент». Ребята обсудили этапы конкурса и провели игру на знакомство. Семен! Хорошо! Я в телефон! Я тебе 19 лет! Да, хорошо! Ладно, пойдем дальше. В этом году за звание зачетного студента поборются 20 отличников, хорошистов и лидеров СУЗов города. Я решил попробовать себя в этом плане и отстоять за технику. Я наберу ребят, получается, своих студсовета, так как я являюсь заместителем студсовета. Вот. И будем готовиться уверенно, поэтапно. Впереди у участников много интересных испытаний. Ребятам предстоит подготовить свой социальный проект и сдать зачетный экзамен. По итогам отборочного этапа будут определены финалисты. Я очень хочу победить. Это естественно. Я надеюсь, что я пройду хотя бы в финал, но там уже посмотрим, как пойдет. Нужно будет делать проекты. Это ничего страшного, в принципе. Нас к этому готовили, поэтому готовы ко всему. Кроме того, на сайте Вологда.РФ также они выберут народного студента. Накануне участники сделали фото для странички голосования. В финале конкурса участники разработают свою модель успеха зачетного студента. Затем, по традиции, для конкурсантов пройдет конкурс видеороликов и экспромт-этап. Финал конкурса запланирован на конец 2020 года. Конкурс «Зачетный студент» в Вологде стартует уже не первый год, да, и в этом году у нас уже чуть-чуть такой новый формат. Мы все переводим в более-менее такой дистанционный, да, момент. Участвуют 20 студентов из образовательных организаций нашего города. И в этом году их ждут интересные испытания. Вот сегодня у нас прошло маленькое такое командообразование, где мы с ними познакомились. Проект очень важный, проект очень нужный. В Вологде он уже не первый год, да, как я сказала. Это дает возможность ребятам, студентам из среднепрофессиональных образовательных организаций проявить себя не только в каких-то творческих, да, моментах, ну и доказать, что он и вправду лидер. Проект «Зачетный студент» проходит в Вологде уже 7-й год. Конкурс организует молодежный центр Горком-35 при поддержке городских властей. Карина Ершова, Игорь Алюшин, Вологда.РФ.